Летний снег, сериал 2021 года. Сюжет. Елена и Глеб – счастливая, на первый взгляд, супружеская пара. У них 20-летний стаж семейной жизни, сын и привычные будни. Пока супруг смело шагал по карьерной лестнице, Елена устроилась работать в ЗАГС. С удобными рабочими днями. Пятница – разводы и прием заявлений, суббота – свадьбы, чтобы все остальное время отдавать сыну и мужу. Вот только в вечных хлопотах Елена и не заметила, как их отношения с супругом стали больше напоминать холодное сосуществование рядом, нежели супружество. Однажды к Елене пришла подавать заявление очень стильная пара. Он – известный боксер Олег, а его невеста – красавица Юля. Несмотря на разницу в возрасте, Олега одолевает внезапное притяжение к Елене. Масло в огонь добавляет и их роковая встреча тем же вечером. Вторая серия. Олег признался Елене в любви, боксер настолько потерял голову от эффектной блондинки, что не мог не воспользоваться удачной возможностью встретить Лену и провести с ней хотя бы минуту. Это удалось воплотить в реальность во второй части фильма мелодрамы «Летний снег» 2021 года. Олег предложил женщине подвести ее домой и намекнул на свои чувства. Но женщину только возмутил такой фривольный жест боксера. Что именно она ответила Олегу? И заставили ли эти слова остановить ухаживание мужчины? Судьбоносная встреча, которая спасла его жизнь. Олег и Юля отправлялись на светскую вечеринку, но внезапно стали свидетелями уличной драки. Боксер оказался настоящим защитником слабых, ведь не смог проехать мимо. Удивлению Олега не было предела, когда в сериале Оксаны Байрак «Летний снег» он оказался защитником сына Елены, в которую безнадежно влюбился. Что это, сценарий судьбы или случайность? Муж Елены заподозрил ее в измене? Главная героиня заметила подозрительное поведение сына. Он избегал общения, закрылся в себе, а позже Елена нашла его окровавленную футболку. Именно поэтому во второй серии фильма «Летний снег» заботливая мать решила пообщаться с Олегом, который начал тренироваться с ее сыном. Вероятно, парень доверился опытному боксеру и поделился самым сокровенным. Елена пригласила Олега в кафе, чтобы тот помог ей с затруднительной ситуацией с сыном. Но в мелодраме Оксаны Байрак «Летний снег» милую беседу пары застал муж Елены. Что ожидало женщину впереди? Как вы думаете, напиши свое мнение в комментариях.